Ну, вот я столкнулась, пошла в понедельник в библиотеку, не пустили. Вот сейчас закачала, снова пошла. Не знаю, если телефоны есть, так удобно. Как вы считаете, это поможет минимизировать риски? Ну, наверное. Но все не делается, уж все к лучшему, как говорится. Я считаю, что вообще не нужно. Как вы считаете, эта система эффективна будет? Эффективнее, считаю, да, конечно. Потому что очень много заболевающих. Это ужас просто. Это просто делят нас на своих и чужих. Просто я не знаю, надо людям как-то все равно или объединяться, или как-то это просто делят нас на два лагеря. И просто гражданская война получится, и все. Нас просто загоняют в угол. И где права человека, и где все остальное. Ой, я это ничего не понимаю. Нормально отношусь. Вы считаете, это поможет? Не знаю. Я сделала. Кварку получила, не знаю. Мы никак к ним не относимся. Вообще-то положительно. Все равно надо. Вы считаете, это так поможет? Так, поможет, не поможет. Надо надеяться и верить. Тогда вот что и получится. У вас есть кварка? Ну, сделала прививки, но пока нету. Потому что одну всего сделала. По телевизору смотрела, что-то страшно, жить стало.